Всем привет, с вами Косик да Миша. Сегодня мы будем играть в Brawl Stars. И сегодня мы попробуем апнуть 25-й ранг как-то на этого Куэнси. О, скин новый. Давайте сразу подарок забираем. Так. Ну, почему гаджет гиперзарядный? Объясните. Ходим. Капец, у меня квестов скопилось. Ладно, так. Берем. Давайте сразу берем этого Куэнси. Вот. Угу. Все. Так, точно все хорошее. Ну все, давайте. Был. Не осталось одна. Блин, я не помню. Так, если у меня серии побед нет, то тогда. Так. Мне надо 4 катки или 3. Так. Не трогай. Ладно. В смысле? Браво! Ты вратарь самый тупой. Офигеть, как можно так играть за... Худший просто, реально, дип. Так, и... Эй, не трогай. Давайте. Ну, Мортис этот, если бы противники в такой ситуации были, то бы это была офигенная очень катка. Из-за него он просто... Объясните, что это за гений такой? Так. И все. Ух, как первая катка, и мы сливаем. Что мне за тиммейты попадаются? Ладно, вдруг в следующей катке нормальные. В этом мы не... Не отыгрались. Это самое долгое, походу. Самое долгое видео будет. Потому что с такими невозможно просто играть. Просто вот что за люди за них играют? Просто... Зачем они Brawl Stars вообще скачали? У меня один вопрос. Мортис. Такой же попался. Давай. У нас самый нормальный это Фэнк. Ну, походу, и 25-й не апт. Ладно, еще попытки есть. Но шансы нулевые. И эту мы не выиграем. У меня слов нет даже. И эту мы сливаем. Что мне за тиммейты попадаются? Ладно. Будем пытаться... Еще как-то нормально сыграть. Если, конечно, нормальные тиммейты будут. Мои
монеты, все. Так, ну вроде все. Но на Куинси не советую вообще 25-й ранг япать. Короче, я по ходу жизни не апну. Все. Давайте с Энди прапаем. Все, давайте в катку идем. Думаю, этот раз как-то затащит. Так. На каких мне кубках играть? В одиночном мы хотя бы выиграем. Давайте. Так, берем Бастера и в катку. Капец, у меня подбор долг. Так. Давайте сразу банку берем. Видите, мне этот задолбал. Я покажу Бастера силу. Всех крабов убьем. Так, берем баночку. Ну и пойдемте в середину. Давайте. Давай. И... О, там Лили. Там Лили. Все. Нет! За что? Как? Если эту катку не выиграем. Я не знаю, что. Я задолбался. Так, ну тут меня Лили также закрысила. Кого же возьмем? Давайте Байрона. Я за него вообще играть не умею. Так, ну тут вообще гитяра восьмибаночная. Походу мы катку одну так и не сыграем. Берем Мэг. А хотя, стоп. Может, какого-то дальника? Например, Пайпер. И нокаут. Все. Ну, если так, то кого мне еще брать? Так. Как на Байроне вообще напасть можно что-то? Это худший боец. Так же, как 8-бит Хэнк и Анжела. Ну, это я так считаю, самые худшие бойцы. Так. Да как? Фу. Я катку хотя бы одну нормально сыграю? Или нет? Как мне сыграть одну катку нормально? И пил. Так. Так, стоп. Вы зач? Вы просто хотите мне все губки слить? Фу. Так, еще что-то из Браупас осталось. Так, нет.
Ладно, на этом видео подходит к концу. Не забудьте ставить лайки, подписываться. Я пошел свои тупые кубки возвращать.